Добро пожаловать на канал Гондик ТВ. Я нахожусь в плейсе Найкленд, где с 18 по 20 февраля пройдет ивент «Большой баскетбольный матч». Ссылочка на этот плейс будет в описании под видео. И уже сейчас ты можешь зайти в этот плейс и получить некоторые награды, пройдя небольшие испытания. Все, что нам нужно для начала, пройти тренировку с Леброном Джеймсом. Вот он, этот знаменитый баскетболист. Когда мы загружаемся в плейс, он сразу приветствует нас на баскетбольной площадке. И здесь нам нужно будет забить 5 баскетбольных мячей. Делается это довольно просто. Все, что нужно, это остановить бегунок на зеленой линии. Вот таким образом. Все очень просто, ребята. Забиваем 5 мячей. Третий. Четвертый. И пятый трехочковый мяч отправляется в корзину. Леброн нас поздравляет с тем, что мы успешно прошли тренировку, и предлагает отправиться в центральное лобби, где расположена вот такая площадка. Для начала подходим к нему и разговариваем. Много всего он нам рассказывает. Переводить я это не буду. Сзади находится фургончик, в котором можно получить вот такие конфетки, которые дают нам ускорение. И теперь мы идем на баскетбольную площадку и забиваем как можно больше трехочковых мячей. Нам нужно собрать 100 очков, чтобы нам дали первую вещь. Игра разбита на небольшие раунды по 3 минуты. После начала раунда начинаем забивать мячи. Но можно также присоединяться и в середине раунда. Но тогда вы просто наберете меньше очков. Я набрала пока что 30 очков. И жду начала следующего раунда. Кицуня, привет! Начинается следующий раунд. Я покажу, как забивать мячи, а остальные раунды буду немножко перематывать. И также расскажу тебе, какие награды ты получишь, зарабатывая по 100 очков за несколько раундов. Давай начнем забивать мячи. Раунд идет в среднем 2-3 минуты. Это довольно быстро. Можно играть одному, можно собрать компанию друзей и соревноваться с ними, что тоже очень весело. Осталось еще 50 секунд. У меня пока неплохо получается забивать мячи. Надеюсь, у тебя тоже все получится. Еще несколько мячей. Неплохо. Из меня получился бы отличный баскетболист. По крайней мере, в виртуальном мире у меня все получается отлично. Еще немножко. Еще несколько мячей. И раунд окончен. Я набрала 60 очков и заняла первое место в этом раунде. И мне надо еще несколько очков до 100. Поэтому придется сыграть еще один раунд. Я его немножко пропустила для тебя, чтобы не было так скучно смотреть. Ведь играть самому всегда интереснее. Заработала 63 очка и получила вот такую маечку. Кстати, все призы, которые мы заработаем, можно посмотреть вот здесь. Эти призы мы зарабатываем с 14 по 20 февраля, а ниже расположена строчка с призами, которые мы будем зарабатывать с 18 по 20 февраля. И там мы получим золотую корону. Еще один раунд подходит к концу. 62 очка заработала. И я получаю вот такой приз. 3 вот таких штучки. Здесь многие призы связаны с самим Найклендом. Если кто играет, развивает свою спортивную площадку, то для вас эти призы будут интересны. Но, тем не менее, вещи здесь тоже хорошие. Поэтому, ребята, советую поиграть в эту игру и заработать эти вещи. Еще один раунд окончен, 62 очка заработала, но надо еще 30 очков, поэтому ждем еще один раунд. Следующий приз — это вот такие кроссовочки. Почти завершила еще один раунд, и сейчас мне должно хватить очков на кроссовки. Отлично, 62 очка, и я получаю вот эти кроссовки. И следующий приз — это баскетбольные корзины, 3 штучки.
Баскетбольные корзины пригодятся для тех, кто развивает свою спортивную площадку в этой игре. Очка заработала. И вот здесь меня немножко заглючило. Да, ребята, такое бывает. Я немножко прилипла к этой корзине. И сначала не поняла, как с нее слезть. И думала, что придется перезагружаться. Но это было не страшно. Просто нажала пробел, и меня оттуда скинуло. Завершаю еще один раунд. И зарабатываю 59 очков. Мне хватило, чтобы получить 3 вот таких разноцветных баскетбольных корзины. Отлично. Проходим следующий раунд. Итак, осталось 8 секунд. Посмотрим, сколько очков я заработала. 62 очка. И получила в награду вот такую желтую футболку. И мне осталось получить последний приз. Ждем начала раунда. Еще чуть-чуть осталось, и сейчас мы узнаем, сколько очков я заработала, хватит мне на последний приз или нет. 62 очка, и мне немножко не хватает. Придется пройти еще один раунд. В среднем на прохождение всех раундов я потратила около 30 минут. Завершаем еще один раунд, и посмотрим, что же мы сейчас с вами получим. 64 очка заработала. И мне дали вот такой небольшой розовый холодильник. Это тоже для спортивных площадок. Я завершила первый этап. И следующий этап начнется с 18 февраля и будет проходить по 20 февраля. Если ты еще не прошел первый этап, советую пройти его уже сейчас, чтобы тратить меньше времени на прохождение второго этапа. Теперь ты знаешь, как играть в эту игру, как получать призы. Если видео было для тебя интересным, ставь лайк. Не забывай подписываться на мой канал, если ты этого еще не сделал. Также обязательно заглядывай под видео, там есть ссылочки на все мои контакты. На этом все. Спасибо за просмотр и пока-пока!